Детский сад в Новой Трехгорке на 400 мест готов уже на 95%. Несмотря на сложности, на начальном этапе строительства объекты сдадут на 4 месяца раньше. На этапе начала строительства здесь было много воды, откачивали все. Вот. Потом тоже было трудновато сваи задавливать, потому что густонаселенный район. Вот. И чтобы не шуметь, мы их не забивали, а задавливали. Кроме этого, непросто было организовать проезд строительной техники. Узкие улицы микрорайона всегда плотно заставлены машинами. Но все сложности позади, внутренняя отделка завершена. Сейчас в помещении устанавливают двери и оборудуют пищеблок. На прилегающей территории асфальтируют дорожки, обустраивают детские площадки. Глава округа осмотрел объект и пообщался с родителями. Поставьте воспитателя, нам представить, показать, познакомить с родителями. Ну а дальше уже детишкам показывать их будущий второй дом. А чтобы сделать его уютным, в ближайшее время в группах начнется генеральная уборка и расстановка мебели. Сейчас набирают педагогический состав и формируют группы. Молодой микрорайон, который постоянный приток молодых семей с детками. И, естественно, у нас, к сожалению, есть небольшая очередность. Поэтому детский сад долгожданный, на 400 мест, 16 групп. Малышей ждут просторные игровые и спальни, медкабинеты, пищеблок, физкультурный и музыкальные залы, помещения для творчества. Открытие такого современного детского сада – настоящий подарок для жителей микрорайона. Мы живем здесь, в этом нашем замечательном районе. Очень рады скорейшему открытию этого детского сада. Все очень ждем. Надеемся, что мы попадем в этот прекрасный детский сад на новый учебный год. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».